Собственники квартир в новом жилом комплексе «Сколковский» пишут на «Добродел». Плохо работает ливневка, в подвалах подтопление, состояние внутриквартальных дорог оставляет желать лучшего. Чтобы разобраться с этими и другими проблемами, глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с представителями застройщика и управляющей компании. Это и вопросы подтопления, коммуникации, подвалов, замена дверей. Сегодня услышим, как обстоят дела именно по этим серьезным проблемам. Ну и дальше, я так понимаю, выйдем еще на некие предложения, регламенты, которые Центр управления регионом подготовил для более эффективного взаимодействия с управляющей компанией. Всего по жилому комплексу поступило 34 обращения. Они попадают в зону ответственности управляющей компании «Комфорт Сити». 7 вопросов находятся в работе. Остальные после доработки внесут в обновленную дорожную карту, рассказала директор муниципального центра управления регионом. Такие проблемы, как покрытые на потолках общих балконов покрытия, находятся в плохом состоянии, соответственно, это вопрос безопасности. Также сегодня при обходе посмотрели, какие есть видовые вопросы, не попавшие в Добродел, Андрей Ильич. То есть мы увидели сами, зафиксировали и тоже будем держать по ним контроль. Вопросы жителей касались гидроизоляции крыши в наземном паркинге, недостроев, организации движения общественного транспорта. 12 экспертных групп отработало по этим обращениям. Результат не заставит себя ждать. Я так понимаю, что с 15 сентября, то есть вы до зимы в подвалах начинаете делать или гидроизоляцию вы делаете? Все замечания и просьбы внесены в протокол. Руководитель муниципалитета пообещал держать на личном контроле ход их исполнения, встречи, на которых застройщик и управляющая компания Сколковского будут отчитываться о проделанной работе, продолжатся. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».